Мировой океан – огромная, но очень хрупкая система. Это стало особенно очевидно в последние десятилетия, когда загрязнение океанических вод достигло невиданных прежде масштабов. А между тем от состояния воды зависит не только благополучие экосистем. Сама человеческая цивилизация во многом зависит от Мирового океана. Он влияет на погоду и климат всей планеты. Именно поэтому загрязнение Мирового океана стало одной из самых серьезных экологических проблем современности. Развитие цивилизации привело к усилению загрязнения океана. Ситуация начала ухудшаться примерно с середины 20 века, что было связано с развитием химической и нефтеперерабатывающей промышленности. С уверенностью можно сказать, в какой бы необитаемой точке планеты вы ни были, вы встретите мусор.